Сумскую область накрыл настоящий ураган и за 20 минут обесточил более 300 городов и сел. В Сумах тротуары буквально усыпаны кусками сорванного с крыш шифера и черепицы. Не устояли перед ветром и деревья, более 100 повалены, оборваны электропровода. В травмпункты за медицинской помощью обратились 7 человек. Людей стихия настигла прямо на улице. После ливня сильным ветром город засыпал град размером в перепелиное яйцо. Было так, по всем шибкам, по всем этим, окна повылетали. Я даже видела, как эта туча подымалась с такой силой, с такой волной, что она до сих пор у меня перед глазами, если честно. Буквально стояла машина большая, газель, отъехала машина 5 секунд и упало это дерево. Начинается вот этот вот смерч. Летит смерч. Сначала дождь, потом ветер, потом начался град, летит смерч. И оно моментально вырывается и моментально падает.